Здравствуйте, мои дорогие подписчики моего канала. Вот, решил себя сегодня порадовать немного, прокатиться на Мерседесе. Машина Мерседес ГЛА. Каково первое впечатление об автомобиле? Реально, когда садишься в данный аппарат, настраиваешь его под себя и понимаешь, что машина создана для людей. Управлять автомобилем проще некуда. Рулится божественно. Какой-то восклицательный знак светится на панели приборов. Не знаю, что это такое. Как бы пофиг. Так, щебень. О, проехали, отлично. Так, что еще по данному автомобилю? Переключение передач, как бы на американский манер. В принципе, больше ничего не надо. Тут, скорее всего, робот стоит вперед-назад. Все. Мотор и другие всякие плюхи, я не знаю, что здесь стоит, как бы мне все равно. Главное, что все можно достать рукой, дотянуться своей ручкой, все легко, обзорность обалденная. Смотрите, как высоко посажены двери, практически выше плеча. Машина просто взрывается с места. Она не может для вялой, тошнотной езды не создана. Вот как-то так. Вот такой мерседесик.